Итак, 14 марта 2018 года, если судья города Филадельфии будет предъявлять, Дорик, претензии, что за что я тебя убила, у меня будет видеозапись, как ты себя ведешь. Дорик, это уже второй рулончик бумажки. Доренька, ты слышишь? Дорианчик. Боже, как ты хорошо все делаешь. Ты маму слушаешься вообще идеально. Дорик, ну не заканчивай уже этот рулон, оставь. Слышишь, Дорик? Дорианчик, как ты некрасиво себя ведешь. Посмотри, сколько ты бумаги нарвал. Посмотри, посмотри на меня. Как тебе не стыдно? Ай-яй-яй, Дорик. Посмотри, как ты некрасиво сделал. Ну разве так можно? Ай-яй-яй, Дорик. Мама думала, денежки накопит и купит тебе домик или игрушки. А что теперь мне делать? Ай-яй-яй, Дорик, теперь мне придется денежки потратить на туалетную бумагу. Потому что тебе не надо попу вытирать, Дорик, а мне надо. А ты все порвал. Что ты ему там рассказываешь? Рассказываю, как он себя нехорошо ведет. Посмотри, сколько он смотал, Саша. Это уже второй рулон. И кажется, ему это очень нравится. Да. Дорик. Дорик. Он тебя внимательно слушает. Дорик. Смотри на маму, смотри в глаза. Я тебя сейчас буду убивать. Медленно и печально. Слышишь? Доль, Долькин, ай-яй-яй, как некрасиво Долик делает. Ну все, Долик, ты покойник.